як і анонсували раніше, в нас в студії вже до нас завітав наступний наш гість. Це Андрій Берегуля, засновник агентства комплексного інтернет-маркетингу «Одес SEO». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо в студії. Ну, тема в нас сьогодні, не знаю, не найпозитивніша, я б так сказав, у світі, але я впевнений, що у інтернет-маркетингу, в онлайні, в мережі зараз багато чогось позитивного відбувається і багато чого завдяки саме карантину, карантинним обмеженням. Як ви взагалі зустріли карантин, як ви зустріли пандемію, чи спантеличило це вас одразу? Чи ви одразу зрозуміли, як треба діяти? Так, да, зразу хочу сказати, що ми живемо як в паралельному світі. Тобто онлайн і офлайн, так називаємо. Это разные миры, потому что в онлайне совершенно другие события происходят, как в офлайне. Например, в офлайне снижение покупательной способности, банкротство предприятий, магазинов закрываются, люди теряют работу. В онлайне все наоборот. Это развивается динамично, семимильными шагами, людей не хватает, мощности расширяются. С чего все начиналось? В марте... В апреле все испугались, тоже все испугались, все порезали бюджеты, ждали какого-то... Какой-то катастрофы, да. Но получилось так, что в мае продажи выросли на 50%. Летом все растет, то есть осенью все растет. Такой пример. Есть официальная статистика в Америке, что за третий квартал 2020 года общие продажи составили 210 миллиардов долларов, что на 50 миллиардов долларов больше, чем в начале года. То есть продажи выросли на 50%. То есть такой вот пример. Чтобы вырасти со 100 до 150 миллиардов, потребовалось 3 года. А чтобы вырасти со 150 до 210, потребовался один квартал. То есть получается, почему так відбулося? Сейчас расскажу. Самый основной фактор это карантин. То есть все люди ушли домой, но готова была инфраструктура. Онлайн-платежи, интернет-магазины, доставка, интернет-магазины, интернет-маркетинг. Все это было готово. То есть инфраструктура была готова к тому, что все люди сидели дома и начали покупать. То есть получается, мы, если можно так сказать, благодарны, я как представитель онлайна, благодарен этому карантину. Потому что это мощнейший стимул для того, чтобы обучить людей покупать онлайн. Они, то есть люди были вынуждены разобраться, как покупать через онлайн-магазины, как разобраться с этим Гуглом, как там искать, как оформлять заказ, как получать, как оплачивать карточкой. И все, кто задействован в этом онлайне, от карантина только получили огромные плюсы. То есть все предприятия, которые обслуживают онлайн, например, доставка та же, там, новая почта, например, все электронные платежи, все поисковые системы, рекламные системы, агентства, все, кто задействован в онлайне, они просто ощутили огромный колоссальный рост. Потому что карантин — это сумасшедший стимул обучить людей покупать онлайн. Доля покупателей онлайн значительно выросла. То есть это получается, что вот если мы берем официальные данные статистики Америки, то это получается было 12% онлайн-покупателей, они выросли до 17%. У нас это больше. У нас где-то примерно 30% стало покупать. Если до этого было примерно там, 10-15%, то стало 30%. То есть получается онлайн вырос очень сильно. Но тут надо сделать один важный комментарий, что онлайн растет сейчас за счет офлайна. То есть люди уходят из офлайна, закрываются магазины, и ресурсы перераспределяются в онлайн. Это не значит, что экономика растет, у нас все прекрасно, все замечательно. У нас происходит перераспределение ресурсов. То есть получается, тот, кто был в онлайне, сейчас очень сильно выигрывает. Тот, кто опирался на офлайн и на офлайн-бизнес, они значительно проигрывают сейчас. И сейчас происходит такой период трансформации. Угу. Если ты не в онлайне, то у тебя нет будущего. У тебя немає шансов майже. Вообще ніяких. А який бізнес загалом перейшов зараз в онлайн і, можливо, навіть які напрямки? Хто це? Да, я вам расскажу. Это тоже очень интересно. То есть есть такое, как выражение, тот, кто работает, ему воздается. И вот кто работал 5 лет, например, или там 7 лет над онлайном, развивал онлайн вопреки всему, они сейчас получили колоссальный
прирост. Те, кто не был в онлайне, они сейчас ощущают большие проблемы. То есть сейчас нельзя, вот сейчас вот я прыгну онлайн, и у меня все будет. Угу. Потому что вот те, кто работал над онлайном, они и получили, например, в мае рост продаж. Потому что они до этого были готовы. Они были готовы, у них было все готово. Да, потому что онлайн — это непростая сфера. Угу. У нас есть миф, что условный сын маминой подруги может сделать вам что-то там быстро по SEO, по контексту, и у вас будет все в порядке. Ситуация значительно изменилась. И в этом смысле я тоже благодарен карантину, потому что он обучает владельцев бизнесов, что интернет-маркетинг — это серьезное направление, которым надо заниматься постоянно, системно. Потому что онлайн-маркетинг — это целое агентство, это специалисты, это эксперты, которые занимаются целыми направлениями. То есть получается, что сейчас в онлайн выйти, сделать на коленке сайт, что-то там быстро по SEO сделать, уже не получится. Потому что те, кто был до этого 5 лет в онлайне, интернет-магазины, и получили значительный прирост продаж, они получили колоссальное количество ресурсов. И они сейчас сильно усиливаются. И зайти сейчас в онлайн очень сложно. То есть, получается, отрыв между лідерами онлайна і новичками значительно увеличився. Ну, добре. Ви допоможете? Наприклад, ось зараз є компанія, яка продавала свої товари тільки в офлайн, приходить до вас і каже, слухайте, хочемо, ось є гроші, деньги не проблема, як то кажуть, зробіть нам це. Да, як возможно. Швидко це ви можете зробити? Сейчас очень большой вал заявок. Все вспомнили, что надо в онлайн уйти. Все видят эти кейсы успешных онлайнов, которые растут сейчас просто угу. Продажи сумасшедшие. Но самое основное, что к этому надо было быть готовым, и тогда продажи растут. Но что мы можем сделать? Есть направления, в которых нет смысла уже заходить в онлайн, без колоссальных инвестиций. Например? Бытовая техника. Угу. Например, ну туда вообще нет смысла. Ну, великие мережи, мабуть, уже это перебивают. Да, то есть надо ориентироваться на топ-10 Гугла. Вот вы угу. Что-то забиваете, купить угу. Ноутбук и смотрите, кто там на первой странице. Если там все лидеры рынка, то туда не зайти в принципе. Очень дорого это стоит. Есть угу. Направления, которые еще не так сильно конкурентны. Угу. Например, зоотовары. Зоотовары, там есть определенная конкуренция, но туда можно зайти. Но срок входа — это год-два. То есть год-два вы не будете продавать онлайн, в онлайне. Нужно готовить всю онлайн-систему. Это нужен сайт, нужен SEO, нужен SMM, нужна контекстная реклама. То есть сейчас онлайн-маркетинг — это комплексный подход. На коленке быстро сделать не получится. Тобто минимум — це рік. Якщо ти конструюєш багато. Клітини для папуг, то зараз ти тільки за рік почнеш їх продавати ну, більш-менш успішно в інтернеті, в мережі. Зрозуміло. Скажіть, ну, ви є партнером, офіційним партнером Google в Одесі, в Україні, так? В Україні, так. В Україні загалом. Чи звертаються до вас зараз люди, ну, фірми, компанії, продавці з інших регіонів? Не только одесские компании. Да. В этом-то и специфика, что когда ты выходишь в онлайн, ты конкурируешь против всех. Против, неважно, твой конкурент во Львове, в Днепре или в Харькове, ты конкурируешь против всех. И то есть получается, и этим еще сложнее онлайн. Потому что если ты открываешь киоск на углу Дерибасовской, ты конкурируешь с теми, кто вокруг тебя. А если ты выходишь в онлайн, то ты конкурируешь против всех. И этим и сложнее. Да, конечно же, к нам обращаются со всех регионов Украины, зарубежные. У нас есть клиенты из Канады, Швейцарии, Испании. То есть получается, что мы не ограничены вообще ничем. Google везде. Принципы Google везде одинаковые. Язык только меняется, но принципы, механизм один и тот же. Поэтому обращаются... Кажи, давай. Що робити тим компаніям, які поки що залишаються в офлайні? Чи є взагалі сенс їм виходити в онлайн-ринок? Чи, можливо, є такі напрямки, куди вже треба закривати бізнес? Так, ви просто поза кадром казали, що зараз такий просто зліт неймовірний, якого не було і до цього, і не факт, що буде після цього. Да, зараз історичні события відбуваються. Тобто, виходить, ми переживаємо такий рост, якого не було раніше, і вряд ли буде в майбутньому. Тобто, зараз реально ми в
моменте, историческом моменте. Что делать офлайн-бизнесу? Надо анализировать, потому что тут вопрос выживания. Если вы не выходите в онлайн, то вы, скорее всего, сократитесь до вот этого офлайн-магазина где-то там на углу какой-то улицы. Если же вы хотите развиваться как бизнес, то однозначно надо выходить в онлайн. Но нужно проанализировать нишу, потому что надо понимать, какие инвестиции потребуются и сроки. То есть надо реально смотреть на вещи. Онлайн — это не волшебная палочка. Это сложное направление, в котором нужно системно, структурно работать. Просто так уже не получится выйти в онлайн. Все зависит, конечно же, от ниши. Это может быть там, медицинское направление, банки, страховые или, там, например, косметика. То есть нужно смотреть от направления, где конкуренция мощнее, где ваши конкуренты уже вышли давно и заняли все позиции, и выбить оттуда их будет очень сложно. Есть направления, в которых традиционно офлайн был сильный, и туда не выходил, и онлайн не выходил. Например, медицинская тематика вся. Традиционно они были в офлайне. В онлайн они вот последние 3-4 года выходят. Банки тоже традиционно. Банки ориентируются на офлайн. Очень мало только киевских банков, всеукраинских, они вышли в онлайн. Региональные банки очень медленно, не хотя выходит в онлайн. То есть есть направления в онлайне, в которых нужно и можно мощно выходить. Можно ще побороти. Да. А ось ви особисто, ну, ви кажете, що багато хто пішов в онлайн. Ви особисто, що найцікавіше для вас було, що з'явилося в продажу в онлайні, або особисто ви, що такого найцікавішого придбали онлайн саме за останній рік? Що доводилось придбати, наприклад? Да, вот из интересного, то есть я начал покупать, то есть я покупать начал в продукты. То есть я никогда не покупал продукты. То есть вы физично ходили до магазина? Да, то есть это для меня было, это тоже это влияние ковида. То есть даже все мы ходили в магазин продуктовый на углу и покупали. Так. Доля покупок продуктов в магазинах сейчас значительно выросла. И поэтому магазины, большие сетевые магазины акцент сделали на доставку. Очень большой. И у них доля продаж онлайн значительно выросла. И это тоже влияние ковида. И тут очень важный момент надо акцент сделать, что отката не будет. Потому что мы привыкли покупать онлайн, и это очень удобно. Это экономит время. Это безопасно. Для здоровья. Это удобно, да. И получается, что даже когда у нас закончится пандемия, все мы провакцинируемся и забудем про ковид, мы будем покупать онлайн очень много. И поэтому не будет этого отката и сжатия онлайна. Он будет только расти. То есть это ну, мені здається, це найголовніший висновок, який ми можемо зробити з нашого коротенького інтерв'ю. На жаль, час вичерпується і нам треба буде рухатись далі. Можливо, декілька слів ви скажете нашим глядачам з приводу того, чи слід побоюватись того онлайна, чи просто треба пірнати в той інтернет і не боятися? Надо з головою туди прыгати, но з холодною головою. Понимать, що це сложне направлення, в якому потрібно працювати системно, довго, серйозно і з професіоналами. Зрозуміло. Дякуємо вам величезне. Дійсно, цікава бесіда. Андрій Берегуля, засновник агентства комплексного інтернет-маркетингу «Одес SEO», говорили про життя, про роботу. По-перше, про роботу в онлайн-режимі, хто, як і чому пішов в той самий онлайн під час карантинних обмежень за останній рік у світі. Дякуємо величезне.